По словам Леонида Песнова, основная причина тесноты – климат. Чем больше площадь, тем больше затраты на отопление. Еще одна причина – невысокие доходы россиян. Застройщики говорят, что у них есть неофициальная формула. Один квадратный метр должен стоить как две зарплаты. Поэтому большей популярностью на рынке и пользуются малогабаритные квартиры. Просторные россияне, в отличие от африканцев, позволить себе не могут. Это зависит от демографии, это зависит от экономики в конкретный период времени. Но пока, к сожалению, все годы, вот я 30 с лишним лет строю жилье, у нас постоянно есть форс-мажор. При СССР это был дефицит площадей, сейчас это дефицит денег. И постоянно дефицит.